здесь впервые столкнулся настолько явно и с тем казнократством и мздоимством, которое было в армии, и с тем, как многие командующие, в том числе и командующие войсками, один из великих князей, пытались своими победами пускать пыль, в том числе, в глаза императору. И то, что отец его император далеко не идеален и совершил много достаточно таких действий, которые можно двояко охарактеризовать.